Мої вітання, ви дивитесь програму Тіп-Топ Новини. З вами Настя Вяткіна. Прем'єрою дивує театр «Ляльок». Ми не згаяли нагоди долучитися до театральної богеми. Таємниці Королівського саду розгадувала наша журналістка Настя Садома. Таємниці Королівського саду відкриває Харківський театр «Ляльок». Саме так називається прем'єра цього сезону. Починається життя театру з квітів та завіси. Глядачі в очікуванні, а ми тим часом зустріли режисера спектаклю. Ким ви тут працюєте? Я працюю і актером, і режисером також. Режисера ви що робите? Спектаклі роблю. Несколько спектаклей здесь есть в моей постановке. Последний – это вот тот, который сейчас вот начнется через 10 минут. Он называется «Тайна Королевского сада». Это последняя работа, совсем свежая. 10 представлений всего прошло. Вот. О чем этот кукольный спектакль? Если о главном, то он о любви. А вы с детства хотели быть актером? Да. Абсолютно честный, искренний ответ. С детства. Я, правда, этого еще не осознавал, а в 15 лет я точно понял, что это именно есть моя мечта. Я ее осуществил. А что надо делать с самого детства, чтобы стать таким успешным режиссером? Спасибо за успешного режиссера, конечно. Я не знаю, честно говоря, что нужно делать с детства. Это, видимо, закладывается на каком-то генном уровне. Ну, не знаю, надо просто интересоваться тем делом, которым ты себя посвятил, очевидно. Тяга, видимо, была всегда. Я и в театр ходил в детстве, и потом в самодеятельном театре участвовал. Специально для программы «Тип-Топ Новости». И ось почалося театральне диво. Яка ж казка без злого чаклуна та прекрасної принцеси, без сміливця, який рятує не лише кохану, без численних перепонів на шляху порятунку. Ось таке чудовисько мало заважати головному герою здолати злого чаклуна, але вони допомогли. Адже кохання перемагає усе на світі, і чаклун, і його царство зникли, як і не було. Не можна передати словами усієї дивовижі, бо ж краще вам на власні очі все це побачити. А ми подалися за лаштунки і зустріли, ой, чаклун, а виявився найдобрішим чоловіком. Такий чемний, знайомтеся, це заслужений артист України Володимир Горбунов. Як же вдається грати такого злого чародія? А це тайна професії. Великий процес перевоплощення. Це взагалі квінтесенція професії і ролі. Можна в житті бути добрим, а грати совершенно противоположність. Це ж інтересно. Це ж ізюмінка нашої професії. Зритель должен быть искренним. Если ты на сцене искренен, то и зритель воспринимает все это. Вы слышали реакцию зала сегодня? Вы автор этой пьесы? Да. Это моя пьеса, оригинальная. Она у вас первая или вы еще? Нет. В этом театре это четвертый уже спектакль по моей пьесе.
Ну, еще у меня есть одна пьеска для личного пользования. А вы играете кого-то в этой пьесе? Да, в этой пьесе я играю принцессу. Да, я себе выбрала самую хорошую роль. А что вы ощущаете, когда играете? Радость? То, что ощущает принцесса, то ощущаю и я. Вот если она в этот момент ощущает радость, я тоже ощущаю радость. Если она ощущает горе, я ощущаю горе. А как родилась история этой пьесы? История этой пьесы. Ну, родилась она случайно. Мне вдруг стало интересно, как мы можем сделать необыкновенный спектакль, такой, чтобы такого, какого еще не было. Найти какие-то способы выражения новые для театра кукол, найти их комбинацию между собой. В общем, спектакль, в котором можно фантазировать и фантазировать. Вот поэтому и родилась эта пьеска под эту идею. Удачи, приходите в театр. Любите театр. Это мы говорим вместе. Правильно? Похід до театру – цікавий спосіб розважитись на канікулах. Та й до цирку сходити не гірше. Далі у випуску – ілюзії сучасності. А ця коробка волшебна. Мені її подарував ілюзіоніст і мій Кіо. Хотіла з'ясувати, що таке ілюзія сучасності. Але щойно почалася вистава. Наша знімальна група вже не переймалася тлумаченням слів. Суцільний захват. І коли ми зустріли цього неперевершеного гімнаста, то не утрималося, щоб не познайомитись. Здравствуйте, як вас зовут? Здравствуйте, мене зовут Олександр. Ким ви тут працюєте? Ну, воздушний гімнаст. Працюю на цепях і на ремнях. Вам не страшно? Страшно всім, просто треба вміти з цим справлятися. Ви давно тут працюєте? В цирку я працюю 19,5 років. Это не с детства, это после спорта. Я тренировался здесь, в Харькове, закончил Харьковское областное училище Олимпийского резерва. И после этого я пришел в цирк, меня пригласили, и так началась моя карьера здесь. Вам нравится в цирке работать? Да, конечно. Я люблю свою профессию. А вы посоветовали детям быть воздушными гимнастами? Я посоветовал заниматься спортом. А будут ли они воздушными гимнастами или кем-то другим, ну, это уже будет их выбор и их желание. А чем-то отличается спортивная карьера от работы в цирке? Ну, спорт – это тренировки и выступления 2-3 раза в год, где ты готовишься к выступлениям, а потом один раз выступаешь. А здесь ты выступаешь постоянно. Расскажите нам о своем номере.
Я не знаю, что рассказывать. Лучше его посмотреть. Захватывающий. Переживали так, что просто нет слов. Супер. Очень хорошо. Это первый цирк, который мне действительно понравился. Очень замечательный клоун. Все было просто отлично. Цирк, он как и интернационален, так и многосторонний по возрасту. И для детей, и для стариков. Люди приходят. Вот посмотрите на зрителя. Выходит клоун, и дети сміються, і взрослые сміються. Лишилося 2 тижні, і харківський цирк, як школярі, піде на канікули. Тож не гайте часу, приходьте до цирку. А ще на канікулах можна з батьками сходити на природу. Це намагалась зробити наша знімальна група. Подробиці далі. Літо – це відпочинок на природі. А де ж діяти кращий відпочинок в центрі міста, ніж в зоопарку? Тут багато високих зелених дерев, квітів красивих, а головне, звісно ж, тварини та птахи. Їх багато, що навіть усіх і не перелічити. Ледь не кожного хочеться торкнутися. Чи справжні вони? Звісно, справжнісінькі. І кожен відвідувач уподобав свою тваринку. От ми й попитали, кому який мешканець зоопарку до вподоби. Я приїхала к своїм друзям, і я вперше посетила этот зоопарк. Хто вам більше всього нравиться в зоопарку? Мені більше всього понравилась лама. Лама дуже спокійна. Вона... Может, хоть и укусить, но я не боюсь лам, потому что они милые. Крокодил красивый. Он,
Он очень мне нравится. Потому что я мужчина, и мужчина не должен бояться ничего. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Амелия. Тебе нравится зоопарк? Да, очень. Ну, а почему? Ну, он такой красивый, такое, там, животные красивые такие. А какое животное тебе больше всего нравится? Мне нравится шимпанзе, оно ест, семечки, так смешно, и как на человека похож. Часто ты бываешь в зоопарке? Да, часто, с родителями. Дорослим так само цікаво проводити час у зоопарку. Ми познайомилися з Галиною Іванівною. Вона кілька років прожила у Німеччині. Каже, що харківський зоопарк гарний, як і берлінський. Вот условия, приближенные к европейским. Медведи имеют хорошие условия для содержания. Вот, смотрю, птички. И вообще вся территория зоопарка, она такая, знаете, позитивная, позитивную энергетику несет. Много деток гуляет, много мамочек с детьми. И поэтому приятно то, что в Харькове есть зоопарк. Очень много неравнодушных людей, которые отзываются, которые приносят еду, которые помогают благотворительности. Вот мы пришли, я думаю, все-таки какая-то лепта наша внесена в то, что птичкам и животным можно будет хорошо покушать. А ось чим та як годувати тварин нам розповів директор Харківського зоопарку Олексій Григорьєв. Розкажіть, пожалуйста, почему нельзя кормить животных своей едой? С одной стороны, можно кормить животных и своей едой, и любой едой. Но это всегда связано с определенными сложностями. Во-первых, когда посетитель кормит, то одному животному может попасть больше, другому меньше. А потом все корма, которые поступают в зоопарк, они проходят очень тщательную экспертизу. Прошел ли экспертизу тот продукт, который дают, или может он просроченный и уже никуда не годен, который есть у человека, никто не знает, даже он сам. Поэтому это вторая сложность. И третья сложность, что очень часто люди дают животным то, что они любят сами. А животные от чипсов, от других продуктов могут просто-напросто погибнуть. Расскажите, пожалуйста, о планах на летние каникулы. Может, какие-то животные будут или какие-то концерты проводиться? Ну, в планах на летние каникулы это, во-первых, обширные экскурсии. Это работа наших экскурсоводов. Это привлечение школьников. Это конкурсы, это работа наших массовиков для того, чтобы деткам было интересно. Это живые большие игрушки, которые ходят по зоопарку летом во время детских каникул. И это подготовка к осени, к учебному году. Потому что 4 октября у нас будет День защиты животных. В этот день будут конкурсы и детских рисунков, и детских рассказов. И детских рассказов о природе, которую наблюдали дети или в гостях у бабушки, или в поездке в дальние страны, что сейчас очень часто, или еще где-то. А как принять участие в конкурсе? А для этого нужно просто обратиться к нам в зоопарк, в администрацию, или отправить свою работу или запрос по обычной почте, это Харьков, Сумская, 35, зоопарк, или по электронной почте, найдя ее, набрав в электронке «Харьковский зоопарк», там будут все данные о том, каким образом можно переписываться и общаться с нами. Расскажите о последних новостях в зоопарке. Ну, у нас сейчас целая вереница новостей, потому что фактически каждый день кто-то рождается, у кого-то проклюнулись птенчики, и папа с мамой, как вот наши белые лебеди, гордо плывут вместе с ними, разрезая водичку пруда. Появляются малыши у копытных, появляются малыши у обезьян, появляются малыши. В общем, малыши. Это наши главные новости, которые в последнее время. Мы спілкувалися з Олексієм Яковичем довго. Тож більше інформації в інтернеті на нашому каналі в Ютубі TV Tip Top News. А ми продовжили подорож. Настя Содома, Тип-Топ новини. Наші пригоди не припиняються. Знімальна група програми Тип-Топ новин
подалася на піди до моря. У наступному випуску дивіться репортаж про срібну хвилю. Що це таке, дізнаєтесь дуже скоро. На цьому ми з вами прощаємось. Побачимо за тиждень. Бувайте!